о чем они болтают. Зира, одень носочки на Асланчика. Одень на Асланчика носочки. Сможешь на Асланчика носочки одеть? Снял, счастливый такой. Где твои пальчики? Пальчики где твои, Аслан? Вот пальчики, да. А на ножках где пальчики? Вот пальчики, правильно. Пальчики красивые, самые красивые пальчики. Чему ее солнышко? Ты у меня самый красивый мальчик. Это мамины пальчики. О, миски руку. Мышь. Ищи-ка, ищи. Нам бы мыши. En temiz bir şey buldum öpmek. Ne sinirleniyor sende? Hadi senin aynı açalım mı? Ay. 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 Ha mami, что случилось? Что упало? Иди покажи, getir, что упало. Getir, offer, что упало? Покажи. Осторожно там, Зихрашка, осторожно. Зихрашку не толкни. Покажи. Что, покажи маме. Куда упало, Ай? Сюда упала? Всем привет, мои хорошие. У нас утро субботы. Сейчас где-то 9 часов. Я только проснулась. В 7 часов проснулись дети. Папа приехал вчера вечером, пятницу вечером. В 7 часов проснулись дети. И я отправила папу с детьми в зал и сказала, что хочу поспать немножко. И вот они мне дали поспать. Сейчас боюсь, честно сказать, выйти в зал, посмотреть, что там происходит. Потому что, как мы знаем, когда дети остаются с папами, бывает переворот. Сегодня у нас такая просто суперская погода. Открыла окно. У нас опять комендантский час. Каждую субботу, воскресенье теперь у нас будет комендантский час. Вот сегодня суббота, выходить нельзя, и завтра тоже выходить нельзя. Штрафы, штрафы, штрафы. Ну, я, в принципе, и так не выхожу, у меня двое лопатусики, я оставлю их, куда выйдут. Вот. Так, пойду умоюсь, и потом выйду к ним. Итак, мои хорошие, как обычно, вещаю с кухни. Деток уже накормила, они с папой на балконе, едят клубничку. Я буду готовить сейчас нам завтрак. Сегодня буду делать на завтрак яичницу с помидором и с луком. Типа турецкого миномена, но там еще должен был быть болгарский перец.
У меня болгарского перца дома нет. Мы не купили, потому что особо не едим. Вот. Они сидят на балконе, просто такая суперская погода. Ой, как обидно, что вот это вот коронавирус и т.д. И я не могу в такую погоду выйти. Я мусор выбрасывать выходил. На улице тишина, но нет-нет, там 1-2 человека ходят, и все. Вот. Потом покажу. Я немножко пожарила лук на чуть сливочное, а чуть растительное масло, перемешку. Его обычно на растительном делают, но я больше люблю сливочное, когда бывает. И добавила помидоры черри. Еще у меня есть, их тоже надо нарезать. Тоже идут. Пусть потушатся немножко. Помидоры выпустят свой сок. Еще я же говорю, здесь должен был быть зеленый перец, мелко-мелко нарезанный, но у меня его нет. Добавляете соль, перец, то, что вы любите. Я перец не добавляю. Взбиваю яйца. И заливаете помидорную луковую смесь. Но еще я добавлю сюда сыр. У меня есть в холодильнике сыр. Был, точнее, в холодильнике, я его уже вытащу. В прошлый раз Зихрашка хорошо поела яичницу с сыром, поэтому вот я под нее сегодня подстраиваюсь. Хотя она завтракала, но все равно. Мы же родители такие, все равно думаем о своих лопатуськах. Так, вот натертый сыр здесь у меня. Я добавлю. Сыр помешали. Вот здесь уже помидоры весь свой сок выпустили. Заливаем. В итоге вот такой вот завтрак у нас получился. Яичница. Побольше зелени, как я люблю. Оливки, сыр. Гёзли мышки вчера готовила. Она еще осталась. Каймак и мед, конечно же. Колбасные изделия не стала вытаскивать, потому что слишком-слишком много всего. Сейчас придут мои лопатусики. 100% уверена. Всем приятного аппетита, кто за столом. Знаете, пока папа дома, пока дети под присмотром, решила приготовить впрок и заморозить пельмени для малышей. Пельмени я им ни разу не готовила. Нет, не готовила. Сейчас попробую. Вообще, пельмени я не леплю. Не леплю, точнее, леплю наши курзешки. Но, думаю, для них форма пельмешек будет интереснее. Посмотрим, налеплю и те, и эти. Но вот фишка в том, что их нужно сделать маленькими. А я такие маленькие не привыкла лепить. Сейчас буду готовить начинку. Тесто сделаю и, наверное, чуть попозже приготовлю пельмени. Или когда они лягут спать, налеплю пельмени. Буду смотреть уже. Итак, мои хорошие, фарш я приготовила. Здесь у меня говядина, баранины нет, потому что детям буду давать говядина. Чуть-чуть добавила куриный фарш. Петрушка, немножко чеснока, лук и говяжий бульон. Вчера варила мясо, бульон добавила, чтобы были более сочные. Ну и соль, и совсем-совсем чуть-чуть перец, конечно же, чтобы вообще безвкусное не было. Тесто тоже мое готово. Сейчас раскатаю и буду лепить или пельмешки, или наши курзешки. Посмотрим. Раскатала тесто, я уже нарезала на кружочки. Самый маленький, который у меня получили, самый маленький стаканчик у меня чайный турецкий. И сейчас буду я их заправлять начинкой. Если кому интересно, как делают курзе, то у меня на канале есть рецепт дагестанских курзе. Можете посмотреть, кавказских курзе. Вот они, мои готовые курзешки. Сварила, все достала. Сейчас чуть-чуть подостынут, и можно будет кушать. Сейчас я сделаю соус.
местный йогурт с чесночком. Но с чесночком для нас, без чесночка для деточек. Ой, я сегодня прям хозяюшка, не нарадуюсь на себя. Ту порцию курзешек мы съели, ну не до конца, конечно. Всех раз ела одну штуку, но она хорошо поела сметану. Аслан поел нормально. Муж, хоть он говорил, что вот он поужинал уже и кушать не будет, навернул. Это я сейчас буду замораживать, и еще у меня небольшой кусочек теста остался, из него тоже, наверное, сделаю. Так у меня фарш и не закончился, что-то я не рассчитала. Главное, чтобы найти в морозильнике место, у меня в морозильнике места никогда не бывает. Эту доску удобно сюда, но здесь у меня мороженое. Так, мороженое сейчас сюда перекинем наверх и доску вниз. Ладно, закрываюсь. Асланчику больше понравилась эта упаковка от мороженого. Тихо, тихо. Дондерман. Эвет. Зейра. Зейра не любит. С ложечки еще она ест. Все, ты не будешь мороженое? Они сытые, сейчас орешки ели. А так не надо закрывать. Вот так оставить? Да. Ням. Ложечка, хорошо, они его кушают. Не надо, я не хочу крышечку. Не хочу крышечку я. Не? Нету мороженое, все. Да. Зихра, ты уже здесь? Может, попробуешь? Это не отрава, честно. Ау. Вчера как хорошо ела. Отобрал у меня мороженое. Повернись, нам тоже покажи, что ты делаешь. Закрывает крышку, надевает. Одевает, снимает, одевает, снимает. Такой большой. Как он мне нравится в этой жилетке. Дай маме. Ты уже вон...